Готовим домашнюю колбаску. Берем килограмм свинины и килограмм сала. Для колбасы лучше всего подойдут щеки поросенка. Все это дело нарезаем кубиками, примерно сантиметровыми. Теперь мясо солим. Мясо должно быть охлажденное. И начинаем вымешивать, чтобы волокна соединились и получилась общая масса. Для сохранения цвета используйте нитритную соль. Теперь это все дело накрываем и в прохладное место до утра убираем. Берем перец, штук 6 зубчиков чеснока, пару листиков лаврушки и перец душистый. Все это перемалываем. Теперь эту смесь добавляем в мясо и все перемешиваем. Берем 200-300 воды и снова перемешиваем. Берем кишки и плотно набиваем, чтобы воздуха не оставалось. Края нитками обвязали и в духовку. На решетку уложили. Раза 3-4 проткнули и минут 20 при температуре 70 градусов. Теперь прибавляем до 100 градусов и еще полчаса. Теперь сковороду на огонь, немного подсолнечного масла и измельченный чеснок. Обжариваем с двух сторон минутки по 2. И теперь часов на 12 убираем в холодильник. А вот что получается в разрезе. Вот такая вот вкуснятина.